В бакинском спорткомплексе Сергачи проходит финальный этап мирового гран-при по тэквондо. В первый соревновательный день Азербайджан был представлен двумя спортсменами, один из которых выиграл золотую медаль. В весовой категории до 80 килограммов не было равных бронзовому призеру летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро Миладу Бейги-Харчигани. В стартовом поединке он победил Хайдера Шикару из Австралии, а потом обыграл корейца Хен Вун Кима и Ренне Дизагарду из Мексики. В финале Харчигани победил представителя Франции Сефа Эйсу. За победу представитель Азербайджана заработал 6 тысяч долларов. Сегодня разыгрывается еще несколько комплектов наград. Турнир собрал многих титулованных бойцов планеты. Пришел сюда поддержать своих соотечественников просто как спортсмен-азербайджанец. Хотя тхэквондо не очень похоже на карате, в этом виде спорта есть такие элементы, глядя на которые мы тоже можем научиться чему-нибудь новому. Желаю удачи всем азербайджанским тхэквондистам. Пусть побеждают сильнейшие. Проведение в нашей стране международных турниров по различным видам спорта очень важно для Азербайджана. И мы, будучи спортсменами, стараемся оправдывать ожидания и прославлять свою страну. Набранные в Баку очки могут помочь спортсменам в борьбе за лицензии на Олимпиаду в Токио. Следует отметить, что на соревнования съехала вся мировая элита тэквондо, в том числе практически весь руководящий состав Всемирной Федерации. Эмин Ахмедов, Октай Атаев, CBC.